Крупнейший в Европе перинатально-кардиологический центр строят на базе больницы номер 67 имени Ворохобова. Основным профилем клиники станет помощь женщинам и детям с заболеваниями сердца. В свое время врачи 67-й больницы создали новое направление медпомощи – перинатальную кардиопатологию. Благодаря ему удается устранить проблемы с сердцем у 97% детей, рожденных с патологией. Обычно будущие мамы бегают из одного конца города в другой, чтобы получить весь комплекс врачебных услуг. Но теперь все станет проще. В новом перинатально-кардиологическом центре имени Ворохобова можно будет проводить диагностические обследования, лечение и роды. Более того, здесь будет создан крупный центр консультации. Семиэтажное здание за моей спиной уже почти построено, закончены бетонные работы и началась отделка. Центр рассчитан на 450 пациентов. Именно здесь врачи будут спасать жизни детям с пороком сердца еще до появления на свет. Оперировать малышей смогут прямо в животе у мамы. Здесь также будет проводиться научная разного рода деятельность. Здесь будут представлены кафедры медицинских вузов. Здесь будут собраны лучшие специалисты. Под одной крышей здесь соберут не только лучших российских врачей, но и самое современное медицинское оборудование. Палаты будут комфортными как для матери, так и для ребенка. Здесь появятся кровати-трансформеры, высокоэффективные транспортные инкубаторы со встроенным аппаратом искусственного дыхания и многое другое. Москва после строительства этой клиники будет одна из лучших в плане оказания перинатальной медицинской помощи. Строительство перинатально-кардиологического центра завершится летом 2017 года. Здесь смогут принимать около 20 тысяч родов в год. Но пока прием и госпитализация профильных пациентов проходит в детской городской клинической больнице имени Башляевой. Ольга Зиневич, Иван Коробков, Илья Яковлев, Строймусру.